Спорт не только заряжает энергией, увлекает и делает сильнее. Благодаря этому ты сам становишься чем-то большим, чем ты есть. Талантливые спортсмены оставляют след не только в судьбах родных и друзей, но и в жизнях многих других людей. Тех, кто следил за достижениями и равнялся на них. В Иваново состоялся первый межрегиональный турнир по кудо памяти Оганнеса Абгаряна. Этот турнир уже включен в областной, так сказать, календарный план. И он будет у нас каждый год, ежегодно. Зависит от того, насколько у нас будет участников, мы будем уже думать дальше. Будем его переводить в другой ранг, уже более выше, на всероссийский уровень. Участников у нас порядка 200 человек. То есть, как я сказал, порядка 10 регионов России откликнулись на наш турнир. То, что сегодня происходит, это говорит о том, что действительно память о хороших спортсменах, воспитательный процесс, он присутствует в спорте. И это очень правильно, это очень важно сегодня, когда моральные ценности, они должны подниматься на более высокий уровень. Поэтому и организаторы, и участники, и сами спортсмены, они чувствуют, они воодушевлены. И особые вот такие турниры, они имеют особую значимость именно в воспитательном процессе. Участники турнира со всей Центральной России собрались не только для того, чтобы в очередной раз выяснить, кто сильнее, но и в качестве дани памяти трагически погибшему бойцу. Оган занимался кудо с детства, талантливый спортсмен, он рано завершил карьеру из-за травмы, но остался в кудо. Посещал тренировки, терпел боль и занимался, надеясь когда-нибудь побороть себя и вернуться на татами больших соревнований. Этой мечте, к сожалению, не суждено было исполниться. 5 августа 2016 года Оганнес погиб в автокатастрофе, а друзья решили навсегда вписать его имя в историю ивановского спорта, организовав турнир памяти. Кудо – это не только тренировки и соревнования, это дружба. Оган начинал как ученик двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна, но со временем стал для него близким по духу человеком. Другом и братом, и всем, потому что я с 10 лет его воспитывал, все время 24 часа в сутки практически находился рядом со мной, там по 2 раза тренировки в день проводили, он меня видел больше, чем своих родителей, да, поэтому он для меня был всем. И кроме того, то, что он был крестным моих детей. Турнир – возможность показать начинающим спортсменам, к чему нужно идти и какой ценой приходится добиваться победы. Не сдаваться, если не получается, как хотелось бы. Но и главное, что надо работать над собой, дружить, стремиться каждую минуту. Ведь жизнь одна, и она такая короткая. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.